Привет! Меня зовут Ева, и сегодня я покажу, как покрыть цветы воском. Берем обычную парафиновую свечу и ломаем ее на кусочки. Далее отправляем воск плавиться на водяной бане. Я буду покрывать воском вот такие цветы орхидеи. Берем первый цветок и погружаем его в воск. Необходимо проследить, чтобы цветок полностью со всех сторон покрылся воском. Точно так же купаем и второй цветок. Выкладываем их на картон и погружаем самый крупный. Вот такие орхидеи в довольно плотной восковой оболочке получились. Такие цветы действительно надолго сохраняют свой внешний вид и прекрасно вписываются в домашнее оформление интерьеров, ну и декор праздничных подарочных коробок. Об этом мы поговорим в следующий раз. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До новых встреч! Пока-пока!